П-образную с четырьмя поворотными ступенями. Проем сложный, значит, 1,5 на метр проем. Плюс у нас есть выход в комнату. Вот. Ступеньки, ширина у нас всего 55. Значит, на глубина на подъем 30, на спуск 25. Высота подъема ноги 22,5 сантиметра. Угол наклона где-то 42 градуса получился. Верхнего марша и 38 где-то первого марша. Крепится у нас лестница к стенам. Вот этот ксаур целиковый и вот этот ксаур целиковый крепится к стенам. Боковой ксаур у нас на столб опорный идет вверх. И здесь мы сделали изгиб, чтобы можно было проходить. Верхний марш у нас 400 ступени. Нижний марш 300 ступени в миллиметрах. Давайте поднимемся. Очень удобно подниматься. Рука у нас, ну, здесь вот чуть-чуть не проходит, так как места всего 55 здесь. Значит, две треугольных ступени. Еще две треугольных ступени. Дальше идет 400 ступени. Вот так вот сделали ограждение. Не на ступени, а сбоку, чтобы больше места оставалось. Кусочек ограждения сделано. Вокруг окантовка сделана проема. И ограждение проема было сделано из доски. 90 на 20 выкрашенный в цвет. Вот так выглядит. Внизу облицевали. Здесь облицевали по контуру. И сделали вот такое ограждение. Начальные большие столбы. Доска 90 на 20. Все в цвете. Вот такой вот проем. Планировалось сделать как жалюзи, но получилось вот так вот. Просматривается, свет падает в наш проем для лестницы с окна, который слева находится. Вот сейчас мы идем, смотрим. У нас вот здесь вот окно находится, с окна идет свет и падает, и лестница как бы освещена получается. Вот так, вот такой... как вам, зонирование проема мы сделали. Все надежно крепится. Все облицевали красиво. Сделали сапожок вдоль стены. Стены у нас очень кривые. Просто жесть, какие кривые. Но мы не с таким еще работали. Спускаемся на низ. Вот наш с вами потолок. Значит, вот смотрите, я спускаюсь, иду вниз. И мне, я прохожу над потолком. Раз и прошел, спустился. Также я прохожу в проеме в комнату. То есть вот видите, я стою к краю, и раз, и голова проходит у меня. Здесь это было сделано специально, вот этот кривой ксаур, для того, чтобы можно было в комнату проходить. Ну а внутри у нас вот так вот выглядит. Крепеж. Здесь уже разместили какие-то приспособления, спрятали под лестницу. Сложный проект. У меня часто спрашивают клиенты, у многих таких же шахты просто. Кстати, здесь раньше был лифт, теперь стоит лестница удобная. Давайте еще раз поднимемся вместе со мной. Значит, ступени у меня здесь в перемешку, значит, береза, бук, лиственница и дуб здесь есть. Вот я поднимаюсь свободно, у меня хватает здесь прохода. Здесь я прохожу полноценно, плечами стукаюсь, конечно, но пролазим. Поднимаюсь выше, обхожу столб, то есть хватает перил мне и иду вверх. Лестница получилась удобная, буду рад сделать вам такую же лестницу. Вот такая лесенка.